Лето, пора отпусков и поступлений в вузы. Уссурийск наводняют приезжие абитуриенты. Они обращают на себя внимание большими сумками и неуверенными передвижениями по городу. Сегодня наши ассистенты Дарья и Алексей. Они проверят, насколько уссурийцы добры и отзывчивы. По легенде, молодые люди приезжие, и они просят незнакомых присмотреть за вещами, пока они сбегают по своим неотложным делам. Посмотрим, насколько долго участливые люди готовы пропускать свои автобусы, присматривая за чужими вещами. Мужчина из бывшей Союзной Республики с радостью соглашается и с гордостью добавляет: люди его национальности всегда помогут. Девчонки явно торопятся. Они уже пропустили два автобуса, но пост не покинули. Ну а вот, похоже, и первый отрицательный герой собирается уходить. А нет-нет, перепоручила охрану другому человеку. Полиция не устает повторять: не доверяйте незнакомцам и не оставляйте им вещи для присмотра. Наш эксперимент показал, люди гораздо добрее, чем сложившийся стереотип. Никто из участников не пытался присвоить чужое. Более того, люди готовы идти на жертвы, чтобы помочь ближнему. Наш вывод такой: Уссурийск – город добрых людей.